Вчера я слышал, песню кто-то пел, ту, что народом нашим сложена. И я подумал, сколько грусти в ней, как беспредельно жалобна она. Она тревожит сердце. В ней живет татар многострадальная душа. В протяжных звуках 300-летний гнет. Горька она, и все же хороша. Да, много тягот испытали мы. Не сосчитать пролитых нами слез. Но пламенную верную любовь напев свободный сквозь века принес. Я изумленно слушал, отойдя от повседневной суеты земной. И возникал передо мной Булгар, и Акыдель текла передо мной. Не вытерпел я. Подошел к певцу, спросил, коснувшись бережно руки: «Послушай, брат, что ты за песню пел?» Татарин мне ответил: «Аллюки».